Намасте, дорогие друзья! Хочу вам рассказать о моем курсе йога для женщин. Даже не только йога, а тантра-йога для женщин. Что самое главное, хотела бы я вам сказать. На этом курсе мы будем делать как и физические упражнения, то есть какие-то асаны, но там же будут и упражнения, связанные и с дыханием, и с мудрами. Мудры — это жесты рук, не только рук, но и глаз, есть мудры языка, есть мудры всего тела. А самое главное, что я хочу вам сказать, что эта практика не должна для вас быть, ну, из-под воли, иначе это не будет работать, да, вот как бы из-под палки. Практикой вы должны наслаждаться. И таким образом, что ждать, когда же я ее снова сделаю? На самом деле йога — это не только лимитированное время класса, там час или сколько. Йога, тантра-йога — это ваш стиль жизни. И стиль жизни должен для вас быть удобным. То есть в итоге ваша практика может быть, да, как и вы сели, позанимались, но также и когда вы, например, готовите, когда вы общаетесь с семьей, когда вы отдыхаете, когда вы ложитесь спать. Йога — это 24 часа в сутки. Но это не значит, что 24 часа в сутки вы должны буквы зюбать или там никого не видеть, никого не слышать. Нет, это ваш стиль комфортной жизни. И на этом курсе мы будем фокусироваться на женских тонкостях, секретах. Период, задержка, менопауза, боли в пояснице, внизу живота, беременность и восстановление после нее. В общем, кому что интересно и требует тело. Ну, буду рада вас видеть на своем курсе и индивидуальных практиках. Харе!